Итак, дорогие мои друзья, мы остановились с вами вот на этой сцене. И было затруднение в том, что, допустим, я долго не мог найти, каким образом остановить вот движение. Видите, вот сейчас я нажимаю, хоть что нажимаю, оно не действует. Почему? Потому что пошел в камеру по совету моего друга, закрыл все просто-напросто вот эти замочками. И все, и теперь ничего не двигается. Также можно закрыть отдельный объект. Допустим, вот если мы не хотим больше его двигать, что очень нужно нам в этом плане. До этого я этого не знал, конечно. До этого я этого не знал. Теперь начинаем управляться со светом. Сначала давайте настроим весь свет наш. Вот у нас солнце есть. Он стоит там как-то странно. Ну да ладно. И теперь давайте сделаем следующее. Мы возьмем с вами коробку. Мой любимый метод... Вообще-то, с этого я начинал в интернете. В интернете я давно начинал. С этого, ну, вообще параллельно. Я брал кубик, коробку из-под, помню, как косилки. Из-под газонокосилки. Там первое видео, по-моему, есть у меня, где этот прикол существовал. Так, и теперь мы увеличиваем его. Вот так, допустим, да? Вот так. Уберем, перейдем вот сюда, объект мод, нет, edit мод. Уберем вот эту стенку, сразу же, чтобы видеть. То есть удалили. И мы видим, что у нас ничего не получается. Ну, просвечивает чего-то, да как-то, ну, это ж ерунда собачья. Поэтому сейчас мы возьмем ребра, выделим вот этот, раз, два, 3, 4, просто их подвинем. Дзы. По оси X. Вот так. Вот так. Ага, видите, как действует свет? Прекрасно. Но мы пока вот так сделаем. Останемся на таком. Так. Далее. Могли бы сузить это дело. Да, наверное, мы так сделаем сейчас. Наш кубик. Мы S по Z сделаем. Вот так. Вот так его сделаем. И по Y, S по Y тоже сделаем так. Таким образом, мы сейчас двух зайцев убьем, ребят, подождите. Все-таки мой опыт должен как-то работать. В освещении по фотографическому. Так, если мы вот здесь сделаем, так, тут нормально, а этот у нас будет отражателем служить. Ну, что же в этом плохого-то? Так, ну и теперь сделаем сразу так. Берем с вами, видим сюда объект Edit Mode, и скажем, чтобы не резать, сабдивайд и, допустим, 4, 1, 3, 4. Ну, и что? Так, и почему? Мне же надо было выбрать этот объект. Я его выбрал. Так, ну-ка, солнце пока погасим. А то у меня вообще ничего не видно. Вот так. Так, и теперь здесь Edit Mode Subdivide. Выделили. Вот. Через тыкину. А Ctrl-R тоже не будет работать? Так, вот давайте так сделаем. Ctrl-R тогда не хочешь. Всегда заставим. Господи, лишь бы ты не плакал. Ctrl-R, вот как мой пес сейчас начнет рыдать. Как же его не берут гулять. Кстати, вот здесь, по моему опыту, тоже надо делать отдельно. Но мы посмотрим. Мы сначала с вами сейчас начнем искать
то место, через которое будет проникать солнце. Да? Вот такую коробку сделали. Давайте мы удалим. Вообще это интересно очень. Это очень интересно, потому что, ну, вот как бы повторяет то, что я делал в своей студии, да? Напоминает студию, прям так хочется все, что получилось. Так. Солнце включаем. Опа! Хи-хи-хи! Вы видели, видели, да? Видели? Так, единственное, что у нас эта коробка стоит черт знает где. Совсем неправильно, ребята, она стоит. Поэтому мы ее сначала выделим как объект. А, объект, я сказал. Прозрачность мы ее сделаем. Подвинем вот сюда. Это неправильно, как она стоит. G по X. Надо ее двигать. Вот сюда. Вот. И вот отсюда уже тогда что-то делать. Так, хорошо. Убираем все эти. Смотрим. Так. Ну, как я сказал уже. Вот эти вот. Нужно нам вот тут поделить. Давайте один разрез сделаем вот тут. Ctrl-R. Сюда подтянем. Вот так. А этот, возможно, придется тянуть по оси G, оси X. Вот так. Вот так. Вот, а теперь уже мы с полной ответственностью и с чувством собственного достоинства вот это вот вырежем. Посмотрим, куда это нас поведет. Давайте вот так. Дым. Фейс. Так, она куда-то повела, но немножко не туда, мне кажется, у нас повела эта штука. Так, хорошо. Тогда мы еще раз вот эти две удалим. О, видите, вот уже что-то славное получается. Но нет вот этого. Я подозреваю, что дело все в солнце. Я подозреваю, что все дело в нем. Видите, он уже начинает работать, но немножко не так, как я хотел. То есть... И мы можем саму теперь G подвинуть солнце, а ее лучи отправить прямо вот туда. Вот видите, так. Здесь есть небольшой косячок, который мы сейчас выправим. Давайте мы договоримся так. Я закончу с этим совсем, а потом вам покажу. Хорошо? А то тут экспериментировать. Ой, сколько. Так, ну вот видите. Вот у нас эта дырочка. И с помощью вот этого мы можем регулировать. То есть поднимать, опускать. А здесь, конечно же, если мы вот тут сейчас... Смотрите. Мы сейчас возьмем... Зайдем в Edit Mode. Так. В настоящей жизни, ребят, в настоящей жизни, если я возьму вот это, потяну вот так E, и вот так сделаю, да, то здесь будет очень такая плавная вот эта вот. Потому что она как бы, ну, должна так срабатывать, то есть по касательной, и тогда начинается размытие вот тут. Но, видать, это не тот случай. То есть здесь проигрывает, конечно, настоящему свету. Может быть, я что-то не так делаю. Но вот видите, он закрывается и все, да? Вот так. Так. И этот мы можем сейчас с вами опустить чуть-чуть.
G по Z. Вот, видите, вот так. Ну, к примеру, подумаем, как бы вот так, а там дальше посмотрим. Хорошо? Смотрим, во всяком случае, через этот. Видим очень интересную картину. Интересно, если я закрою совсем, что будет. Ну, не важно, что будет. Главное, что сейчас все как бы интересно получилось. Эти жалюзи, я думаю, что и не нужны. Хорошо. Здорово. Кстати, ребята, я нашел, как сделать так, чтобы надо изменить вот так, во-первых, shadow, видите, shadow, да? Можем контакт shadow сделать, я не знаю, что это такое. А, дистанция. Я просто-напросто, ребят, ну контакт пока уберем. Bias. Тикнес, это лучи. Наверное. Я вот здесь изменил angle. Ну, здесь 6.50, оставим 6.300. Посмотрим, как это будет выглядеть. А выглядит это замечательно. Это то, что нужно. Угу. Тут должно в темноте, но не так, чтобы совсем темно. Тут вот светлота, прекрасно. Я единственное думаю, стоит ли поставить сюда еще маленький кусочек света, чтобы осветить вот это. Может быть, не стоит. Может быть, не стоит. Так более достоверно, что источник один. Мы им пользуемся. Я считаю, это очень красиво. Так будет выглядеть это. Не, оставим так пока.